Ну и в продолжение темы. Более 1000 нарушений в содержании дворов и улиц устранили в Подмосковье в марте. Всего в текущем месяце инспекторы регионального госавтотехнадзора проверили порядка 2000 дворовых и уличных территорий. Об этом сообщает портал РИАМА, ссылаясь на руководителя ведомства Татьяну Витушеву. С начала марта инспекторы госавтотехнадзора провели более 600 рейдов. В рамках этой работы они проверяли содержание дворовых и уличных территорий в городах и других населенных пунктах Московской области. Всего сотрудники ведомства проинспектировали свыше 2000 объектов. Зафиксировано и устранено более 1100 нарушений. В результате принятых мер впоследствии приведены в порядок свыше 300 дворовых территорий и около 800 улиц, площадей и парков. Основное внимание уделялось зимней уборке проезжей частей тротуаров, пешеходных дорожек, расчистки от снега детских площадок, подходам к социально значимым объектам и остановкам общественного транспорта. Больше всего нарушений выявили в содержании улиц и дворов на территории городских округов Балашиха, Красногорск, Домодедово, Подольск и Химки, а также в Ленинском районе. По итогам проверок ответственным лицам назначили 336 предупреждений. Штрафы инспекторы выписали на сумму более 5 миллионов рублей. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.